Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Обратите внимание на руку Чингука. А Тэхён в это время ест Чингука этим взглядом. Девятое место. Чувствуете давление? Чонгук тоже чувствует, участники чувствуют, весь мир чувствует, и никто не жалуется, все завидуют. Каким привычным движением Тэхён это делает? Помните, когда на саундчеке Чонгук и Тэхён заметили баннер Вигукера? Восьмое место. Тэхён залипает на бедра Чингука, пытаясь держать себя в руках. У Тэхёна хороший вкус на парней. Его мужчина легендарный. Взгляд Чингука. Их отношения очевидные. Влюблены так, что крышу сносит не только им, но и мне. Я влюблена в их любовь. Они живут своими жизнями, а я соплями задыхаюсь. Просто никогда не видела таких чувств между парнями. Эти парни делят любовь, отношения, заботу, уважение друг к другу. Эта пара была, есть и будет всегда. Они судьбой связаны до конца их жизни. Счастья и удачи вам во всем. Седьмое место – это закономерность. Стоит камерам выключиться, как руки Чингука или Тэхёна сразу же тянутся друг к другу. Тот момент, когда вам даже не нужно спрашивать о Чингуке, Тэхён сам все расскажет. Фанат спрашивает: «Чингук, что ты сейчас делаешь?» Тэхён отвечает: «Он спит рядом со мной». Фанат спрашивает: «Я собиралась посмотреть фильм ужасов, но потом увидела, что Апа занял первое место в опросе Навер». Тэхён ответил: «Я уступлю это место Чингуку». Фанат пишет: «Спи спокойно». Тэхён отвечает: «Хорошо, что я не тренируюсь, не делаю этого как Чингук, так что тихо. Всем спокойной ночи». У Тэхёна на все вопросы один ответ – Чингук. «Мы скучаем по ним так сильно». Самые крепкие объятия. Это было нежнее, чем просто объятия. Когда обнимаешь, то нужны только руки. А прижиматься нужно всем телом. Вот так наклоняясь. Это означает желание, взаимность, притяжение.
Шестое место. Но Чунгук, как всегда, не похвалит своего парня, день прожит зря. Чунгук сказал: держу пари, он тогда понятия не имел, что станет самым красивым парнем в мире. Тэхён сразу смущается. Так люблю смотреть, как они смущаются, так искренне. Прием Чунгук. Мы снова потеряли этого парня. А он потерялся в красоте Тэхёна. Пятое место. Любопытный момент. А помните, как Тэхён прилетел чуть позже на Мальту, и ему предстояло выбрать, в какой комнате он будет жить? Когда он спросил, какая из них самая большая, Чимин сказал: наверху. В то же время Чунгук говорит: мы тебе ничего не скажем, а после этот осуждающий взгляд в сторону Чимина. По итогу Чунгук был единственным, кто рассказал Тэхёну про свою комнату, и весь бон-вояж они жили вместе. Их отношения на другом уровне. Некоторые люди вытаскивают из вас самое худшее, другие – самое лучшее, а есть такие, кому вас тянет, поскольку они раскрывают вас полностью. Во всем. Заставляют вас чувствовать себя настолько живым, что вы готовы отправиться за ними хоть в ад. Немного отвлечемся. Чунгук лайкнул видео с Хасоком. Чунгук активничает в ТикТок, плюс две новые подписки. Обзор аромата диффузора от Тэхёна. Основная нота – аромат ангелика, аромат фрезии, аромат тюльпана, аромат хлопка. Аромат ангелики. Бархатный, напоминающий одновременно чувственный мускус и звонкую сочность травы. Великолепно вписывается в любую парфюмерную пирамиду. Но особенно красиво звучит ангелика в ориентальных композициях, в сочетании со специями и теплыми древесными нюансами. Фанаты о аромате диффузора. Нежный аромат цветов, роскошный и элегантный. Он сводит меня с ума. Ох уж этот мускус. Мы ведь все знаем привязанность Чунгука и Тэхёна к этому запаху. Чунгук поставил лайк этой девушке. Она очень классно танцует. И вообще, он давно подписан на нее. Она талантлива. В Тэгудень одна фанатка вспомнила о том, что она ехала 4 часа в Нью-Йорк, чтобы снять 11-секундное видео рекламного билборда с Тэгу. Как говорится, 0% осуждения, 100% понимания. Тэхён упоминался во время освещения выборов в Корее. Давай перейдем к Анвандо. Избиратели хлынули сюда с раннего утра, и даже сейчас самые разные люди, в том числе солдаты и пожилые люди, посещают избирательные участки, чтобы отдать свои драгоценные голоса. После обеда на избирательном участке стало немного тише, но избиратели продолжают прибывать.
частности, были большие ожидания, что Taehyung из BTS, который служит во втором армейском корпусе, посетит участок для досрочного голосования, чтобы проголосовать. Этим утром группа Ким Taehyung пришла сюда, чтобы проголосовать, но, к сожалению, Taehyung не было видно. Участники группы Team смотрели клип Friends в прямом эфире. Они сказали: «Когда я слушаю эту песню, у меня такое ощущение, как будто это утро обычного дня, как будто день пройдет спокойно». Когда на экране появилась сцена с поцелуями, один из участников сказал: «Может, лучше послушаем аудиоверсию? Они такие стесняшки». Google Trend пишет: Taehyung из BTS – самая популярная звезда K-pop. Taehyung продемонстрировал свою популярность, став самой популярной звездой K-pop в Google в первом квартале 2024 года. По данным сайта, с января по март 2024 года Taehyung зафиксировал наибольшее количество поисковых запросов среди звезд K-pop. Он был выбран самой популярной звездой во всей Азии в 2021 и 2022 годах. Google Trend – это важный объективный индикатор, который чаще всего используется для определения популярности на основе огромных объемов данных. Он пользуется общественным доверием, поскольку используется не только в корпоративном маркетинге, но даже на выборах. В настоящее время Taehyung фиксирует самый высокий объем поиска в большинстве стран, включая Корею, США, Великобританию, Канаду, Германию, Японию, Италию, Данию, Испанию, Индию и Бразилию. Тори Келли упомянула Чингука в недавнем интервью с Заком. Тори сказала: «Когда-то Чингук даже записал кавер на мою песню». Зак подтверждает: «Он потрясающий». Jungkook even he's amazing. Covered my song like back in the day. He did Paper Hearts. А вот Чунгук исполняет этот кавер на одном из своих эфиров. Какое нежное и проникновенное исполнение. Долгожданная кей-дорама, вдохновленная вселенной BTS, скоро выходит, но многие ARMY решили не смотреть ее. Дорама, основанная на вселенной BTS, изначально должна была выйти в эфир в 2020 году. Позже ее выход перенесли на ноябрь 2023 года. Эта история дружбы, путешествующей во времени, позже распространилась на другие средства массовой информации, включая игру. Полнометражный трейлер дорамы недавно вновь появился в сети после Нового года, хотя первоначально он вышел еще в конце 2023 года. Он знакомит с каждым персонажем и его историей. Трейлер стал вирусным из-за ожидания ARMY. Недавно были опубликованы даты выхода первых эпизодов дорамы. Однако, несмотря на долгое ожидание, многие ARMY больше не планируют смотреть ее. Премьера состоится на потоковой платформе, а не на потоковом сервисе, таком как Disney или Netflix. Поскольку это не обычная потоковая платформа, ежемесячная подписка на просмотр множества фильмов не требуется. Вместо этого каждый запуск эпизодов доступен для покупки. Даже с учетом текущей скидки она составляет более 2770 рублей. Таким образом, просмотр всех серий обойдется более чем 8330 рублей. Но это еще не все. Срок действия покупки имеет свойство подходить к концу. После этого вы должны приобрести или взять на прокат фильм у другого человека, который ранее его покупал. Пользователи сети были шокированы этим. Многие фанаты говорят, что не будут смотреть дораму. Вместо этого они будут пересматривать старый контент BTS или смотреть дораму в клипах в социальных сетях.
Четвертое место. Забота и уют. Им настолько комфортно рядом, что только при одном взгляде на них тебя окутывает атмосфера тепла и любви. Этот особый флирт Тэхёна по отношению к Чонгуку. Когда даже крупные медиа не различают Чонгука и Тэхёна. Вырезка из статьи Vogue. Например, к синему укороченному жакету Тэхёна подходили более мешковатые плиссированные брюки. Бордовый костюм Чонгука сопровождался огромной бутоньеркой с цветочным букетом. Третье место. Реакция Тэхёна на прикосновение Чонгука. Тэхён на секунду потерял контроль и показал, что с ним делают руки Чонгука. А еще меня поражает, что они сохранили свою любовь и отношение друг к другу, несмотря на то, что им надо скрываться столько лет, что они не могут даже открыто любить друг друга, как все обычные гетеропары. И это ничуть не смутило их. Для меня это чудо и бесконечное восхищение. Самая крутая пара в мире. Малыш растерялся от такой экспрессии. Мы тебя прекрасно понимаем, Чонгук. Второе место. Тэхён хотел внимания Чонгука, но Чонгук напомнил, что они на работе. Все будет позже, но не здесь и без камер. То, как рука Чонгука тянулась только к руке Тэхёна. Первое место. Просто давайте еще раз посмотрим этот момент с концерта Гарри Стайлза, когда он бежал с флагом ЛГБТ в руках. Посмотрите на эти счастливые улыбки Чонгука и Тэхёна. Я думаю, тут даже говорить особо нечего. Нет еще слова, которое передало бы все то, что я к ним чувствую, и то, насколько сильно я их люблю. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!